танки. Добрые были времена. Здравствуйте, товарищи. Давно не был с Трохольд Крусейдером. Просто, на самом деле, по банальной причине. Надо делать ремастер, потому что те записи, которые имеются, они сделаны, честно говоря. Ну, хотелось как лучше в прямом эфире, а получилось, как всегда, качество там так себе. Поэтому я предлагаю заново начать прохождение Путя Крестоносца. И я думаю, буду довольно регулярно выкладывать все это дело. Напоминаю, первое сражение это против Султана Абдула. Так, давайте-ка мы скорость уменьшим игры. Вот это преимущество я никогда не использовал. А мы же не с людьми играем. Ой. Так, не то я не сделал. Можете рассчитывать, да, на знаю, куда пойдем. Я могу рассчитывать на всегда вас. Всегда готовы. Ваши указания. Так, во-первых, нам нужен склад. Во-вторых, нам нужны лесопилки. А, так, лес у нас здесь в основном, поэтому давайте-ка домишки построим. Дальше нам нужны фермы. И пшеница. Запасы дерева слишком малы, сэр. Сейчас исправим. Так, во-вторых, нам нужна вот эта штука. Дальше давайте-ка мы тут путь закрыт. Путь закрыт, отлично. Что нам делать? Мы идем. Давайте камень построим. А, купим. Кстати. Казна пустеет, ваша светлость. Печально. Ну ладно, что же делать. Так, там султан вообще особо не развивается, я вижу. Да, ваша милость. Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Так, давай-ка. Смуком. А? Мы уже идем. Выступаем. Да, ваша милость. Подбираем обслугу. Можете рассчитывать на нас. Санат руку, Халан. Так, львы на него пошли. И хорошо. Опа. Удачно поставил. Можно. Так, ну давайте вот так вот поставим. Что нам не кричат, что замок построен? Что, еще дырки, значит, есть где-то? Ваша популярность падает. Чему? Люди любят вас, мой лорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Замок достроен! Ну вот, другое дело. Так. Смуком.
Так, первое. Значит, оборона простенькая построена. Здесь нужны опытные инженеры, сэр. Какие будут указания, милорд? Туда не попасть. Надо что-то построить. Убираем обслугу. Так. Кстати, насчет амбар, давайте вот здесь поставим. Пекарня. Так. Так, что нам еще нужно? Казна пустеет, ваша светлость. Так. Ваша популярность растет. Так, можно обычный, да, режим. Смоуком. Куда пойдем? Халюм. Нас атакуют! Опа. Все ясно тогда. Чё? Я не могу. Подбираем обслугу. А я думаю, чё у меня не получается? Так, сейчас мы осаду будем ему устраивать. Пару манганелей будет достаточно. Да, ваша милость. Ваше указание. Подбираем обслугу. Что надо делать? Подбираем обслугу. Так. Дерево у нас есть прекрасно. Нет свободных людей для этой работы. Это нельзя здесь разместить его. Все, дерево можем покупать. Нет свободных людей для этой работы. Да знаю я, что нет свободных людей. Кстати, по поводу. Это нельзя здесь разместить, мило. Давайте молочную ферму поставим. Нужно дерево. Блин. У меня камень уже есть. Нужно дерево. Ой, я же его не купил, да? Так, производство у нас еще не налажено. Полично построено, сэр. Определяем дальность. Все, пошло дело. Так. Так, оружие. Давайте сначала
ворот. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нужно дерево. Так, уже идет-то работа. Здесь нет работы, милорд. Так, мне нужен приток. Так. Можно, конечно, быстро все это дело сделать, но мне хочется султана помучить. Так, можем металл продавать. Кстати, арсенал-то я не поставил. Это строение нужно разместить рядом с оружием. Два мечника. Два их. Нужно дерево. Ё-моё. Живельную мастерскую необходимо. Нас атакуют! Нахну тахта амрик. Так, хлеба надо еще. Ждем ваш приказ. Ждем ваш приказ. Мы уже в пути. Давай. У вас есть денег на обучение этого человека? А у меня зато камни дофига. Что нам делать? Есть ваша смерть. Так. Инструменты готовы. Давайте задание. Подбираем обслугу. Давай. Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Так. Давай, Шамиль. Подбираем обслугу. Козлу поступает. Запасы провизии пополняются. Смухом. Чего у меня фигня такая? Идем в ваших приказах. Не хватает рекрутов, сэр. Здесь нет работы, милорд. Милорд, туда не попасть. Лучники готовы. Мой лук в вашем углу. Уже идем. Милорд. Так, а что за... Такие будут указаны. Игра продолжается. Запасы провизии пополняются, сэр. Командор. Идем в ваш приказ. Мы идем. Да куда вы идете? Я не понимаю, почему я не могу. Во. Такие будут указания. Слушайте, мне даже не надо особо ничего тут развиваться. Не хватает рекрутов, сэр. Приветствуем вас, сэр. Вперед. Не хватает оружия. Сколько, блин, камня. Мы готовы. Ну и все. Тяжелая вещь, броня. Я ему просто не даю развиваться. Запасы провизии убывают, мой лорд.
Можно налоги еще больше драть, но смысл не вижу. Смелее. Ну все. Идем ваших ребят. Не хватает ресурсов. Послание от султана. О горе! Пересекает источник в оазисе султана. Не только. Все, ему жопа. Послание от султана. Небо над нашей крепостью окрашено кровью. Я живу для мощники. Атаку! Ваши нас атакуют! Порубим их в капусту. Приветствуем вас. Послание от султана. Петри Али оплакивает мое поражение. Получи. Ну все. Послание от султана. Ой, горе, султан. Горе, горе, горе тебе. Весельчаку капец пришел. А, смотрите, можно было, конечно, тут спидран устроить. В каком плане? В том плане, что быстро-быстро-быстро нанять воинов и замочить султана. Давайте я вам сейчас это покажу, как это делается. Мне даже ничего не надо останавливать. Просто покупается это, ставится дома, ставится рынок. Камень продается. Не хватает товаров. Дерево продается. Заказываются быстро мечники. То есть миссия настолько простая, что вам не надо. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов. Ничего не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Ну и все, ну и пошел. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Аль-Хисану Сария. Не хватает золота. Аль-Хисану Сария. Эркапнет Лария. Так, а львы, интересно, почему на султана прут львы, а не на меня? Аль-Фарасутан. Устахим. Ну и все. Послание от султана. Небо над нашей крепостью окрашено кровью. Главное вот этих метателей огня забрать и все. Нас атакуют! Вот и все. То есть я вообще за секунду можно пройти. Так сказать, кто спорит? Ну все. Ой, горе, султан! Настало в очередь заснуть вечным сном. Здесь не хотите просто кайфовать, ну в смысле, вы дорожите временем, и ваша задача просто пройти, может, таким образом. Мне просто нравится медленно прохождение, потому что весь кайф в развитии и так далее, и так появляется все прочее. Мне, конечно, больше нравится третья миссия, где два халифа, я с Ричардом вместе воюю, там дают неплохо развернуться. Вот. Но давайте, с другой стороны, я не буду стараться делать спидраны. Значит, ну вот такая возможность здесь имеется. Если будет возможность спидрана, по возможности, если у меня, конечно, будет получаться, я тоже буду все это дело записывать, и мы с вами вот таким образом будем заходить. Как-то так вот. В любом случае, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и до свидания, товарищи. До новых встреч.